кафедру подготовки врача и общей практики создадут на базе Химкинской областной больницы. Теперь здесь смогут пройти обучение клинические ординаторы сразу после окончания университета. Решение уже закреплено договором между Химкинской больницей и Национальным научно-исследовательским институтом общественного здоровья имени Семашко. Создание кафедры обеспечит приток молодых специалистов, которые впоследствии пополнят ряды химкинских врачей. Кроме того, это отразится на качестве медицины в городском округе. Самое главное, наверное, чего мы достигнем, это качество обслуживания, медицинского обслуживания нашего населения. То есть это улучшение и доступности, и профессионального подхода к лечению заболеваний. Это хорошая новость и для самих врачей. Система наставничества – это помощь, а также повод повысить свои знания и делиться своим опытом с молодыми коллегами. Очень важно привлечь молодых специалистов после клинической ординатуры для работы в первичном звене здравоохранения города Химки. Везде имеется дефицит молодых специалистов, особенно тех участковых врачей, которые являются лечащими врачами для пациента. А общеврачебная практика во всем мире является самым приоритетным звеном, первичным звеном здравоохранения. Химкинская областная больница стала первой в области, на базе которой открыли кафедру. По словам главного врача Владислава Мирзонова, первых ординаторов они готовы принять уже в сентябре.